на токсины, шлаки, да, очень сильно. Как здесь я вам скажу, что кардамон, он способствует вывести шлаки, и этот продукт, как пикс, можно даже детям, потому что тот чай, допустим, ты ребенку не дашь, а токсины у ребенка тоже есть, особенно после прививок есть. Я бы хотела, чтобы мы показали, может, нашим зрителям, кто смотрит нас, сколько употребляется этого продукта. Я сейчас открою его, я думаю, сколько его употребляется, да, какую дозу. И когда ты упомянула по поводу ребенка, я думаю, что ту дозу, которую употребляет, можно употреблять, то явно, что ребенок может выпить его и может подумать, и не почувствовать. То есть он его абсолютно немного. Если чай надо, наверное, выпить стакан, заварить его, то посмотрите, в чем выгодно этот продукт и почему он более приемлем, легче употреблять для детей, его для детей, для себя. Мне некогда вот этими чаи, там, я не знаю, ты столько бегом на работу с утра, то мне некогда тут заваривать чай, я не хочу обидеть чай. Но дело в том, что его заварить, его надо подождать, его надо... Для таких людей, может быть, как для я. Для нет, я бы сказала, что для очень занятых людей. Для очень занятых людей, для очень занятых людей, которые глаза открыли, бегом, а встречи с утра начинаются, там каждую минуту думаешь поспать экстра, то... иметь, потреблять такую продукцию, которая почти все, что ты перечислила в этих чаях для очищения, то я, конечно, предпочитаю этот продукт. Я два. Если у вас есть на это время, у меня пока нет, может, когда-нибудь. А я все вместе покидала банку. Посмотрите, значит, что мы делаем. Мы берем, вот нажимаем эту пипеточку, да, вот так вот раз отжимаем ее, отжали, да, и потом посмотрите, вот сколько она набрала. Вот сколько она набрала, я не знаю, чуть-чуть больше, я не знаю, если куда-то видеть. Половина, наверное, чуть-чуть больше показать половины. Показать больше, вот то сейчас хорошо видно в камере. Чуть больше половины, почти где-то половина, она сама себе набирает. То есть, когда вы прижали эту пипетку, набрали, отпустили, она набрала все. И можно употреблять ее вот с этим соком, с этой же компанией. Сам, да, очень приятный, кстати, может быть, не все любят какие-то запахи каких-то трав, но мы его, допустим, можем налить, я сейчас покажу, сколько, допустим, это. Я уже покажу. Продемонстрирую. Вам сейчас... показать, как это делает? Да, у нас наливают просто в нашем клубе. Мне сказали, что в нашем клубе тут всем наливают. Я не знаю, ли все наливают, но эту продукцию наливают всем. Так вот, вот видите, такая маленькая капочка. Я думаю, где-то здесь 50 грамм. 2 столовые ложки. То есть, тут смотрите. И мы вот этот вот, смотрите, вот этот, сколько я... Вот он уже еще мне не остался. Вот смотрите на этот самый. Значит, мы его сюда, употребляем его сюда. Мы его туда, опять мы его... Вот эти я показываю. А это, да? Что вы употребляете? Камры. Это допустим, вот опять. Меч веет. Много стресса было. Смотрите, вот видите, сколько его. И также мы его, по-моему, сюда. Вот, да, сейчас вот сюда. И мы сейчас вот наши гости также нальем и накапаем. Мы сейчас употребляем каум. Почему сейчас мы капаем вот Наталье тоже. Она поделилась, что она пошла в спортзал, у нее болят мышцы, ткани и так далее. Так вот, калм, я не буду говорить об этом составе, почему и как, и за счет чего, но калм помогает восстановить ткани после спорта, после травм, после физических тренировок и так далее. Поэтому успокаивает, нам... расслабляет, то есть мы приходим, как бы расслабляемся, знаете, после у вас такого тендер, то есть такого вот состояния, как вы занимаетесь, уставшие. Так вот, пожалуйста, принимаем. Пожалуйста. Спасибо. Вы попробуйте, если вы, допустим, с водой или соком, конечно, намного приятнее. Просто так пить без воды? Да, абсолютно. Он довольно-таки очень приятный сок. Так что за ваше здоровье, как говорят. И за наше здоровье. За ваше здоровье. Особенно, да. Приятно. Очень приятно. Очень приятно, очень-очень приятно. Это такие травы, не все.